Сейчас ведем проектирование, мы уже почти на выходе проект выезда из города. И в рамках капремонта мы сделаем 4 полосы движения. То есть будут такие же, полноценные 4 полосы, причем будут придуманы такие же 2 разворотных кольца, чтобы можно было движение нормально осуществлять. Поэтому выезд из города на сегодня будет, считаю, что так, подработан.